Платить за воду, свет и электричество можно не только посреднику, то есть управляющей компании. Собственники квартир могут напрямую заключить договор с ресурсными организациями. Поправки жилищного кодекса уже вступили в силу с апреля прошлого года. В городском округе провели встречу представителей Химкинского водоканала, коммунальных компаний и председателей многоквартирных домов. Обсудили, в каких случаях можно заключить прямой договор и как правильно провести общее собрание собственников жилья. А Химводоканал, насколько мне известно, да, Дмитрий, был разработан образец протокола, который мы совместно будем с ассоциацией, с нашим отделением также проверять и давать как рекомендацию, чтобы уже председатели всяких многоквартирных домов по одному образцу, который соответствует тем необходимым требованиям, указанным выше, могли брать за основу. Также на встрече обсудили аварийные ситуации при водоснабжении, что входит в зону ответственности инженерных служб города, как проверить качество воды в квартире и в какие сроки следует сдавать показания. Эту информацию можно узнать в Ассоциации советов МКД по телефону 8 495 572 33 14.